Итак, я все-таки решил доконать этого засранца и вывести его из себя. Единственное, что ваша подсказка о том, как сделать так, чтобы психоаналитик был как секретный босс в конце, была немножко некорректная. Недостаточно просто ему хамить и грубить на протяжении всей игры. Нужно проделать ряд определенных действий, на самом деле логичных, то есть нужно просто делать все, о чем он просит, абсолютно наоборот. Это его больше всего бесит, конечно же. Вот, потому что, как выясняется, его семья была под угрозой, и он пытался сделать все, чтобы ее спасти, по крайней мере, так я это понял. Вот, но наша цель просто с ним сразиться сейчас, поэтому попробуем этого добиться. Во-первых, нужно было, когда вы разговаривали с этой милой девушкой на ресепшене в отеле, нужно было сделать так, чтобы она погибла в конце этой истории с отелем. Дальше у нас идет история с электроником. Здесь нужно провести разговор так, чтобы его в итоге застрелил снайпер, который, кстати говоря, я так понимаю, которым является вот тот Левиафан, которого мы из криокамеры высвободили. После этой же миссии с электроником, после того, как мы отдохнем немножко дома, у нас идет прием как раз с этим психоаналитиком. И здесь нужно, опять-таки, не просто ему хамить, здесь нужно отказаться будет от вот этого наркотика, который он предлагает. Прикол просто в том, что вы от электроника узнаете об этом наркотике и хотите поговорить о нем с психоаналитиком. И понимая, что это какая-то китайская херня, которую он вам все время вкалывает, вы должны будете от нее отказаться, что, естественно, не входит в его планы. Дальше на очереди история в тюрьме с Фаюанем, где вы находите его уже убитым 15-м. Здесь суть в том, что нельзя было, чтобы вас увидели и чтобы кто-либо пострадал. Соответственно, делайте все наоборот, просто всех к чертям собачьим вырезаете. Дальше на первом уровне бункера, когда вы снова с ним встретитесь, сразу по его определенной фразе будет ясно, что сражение уже в дальнейшем не избежать. И когда вы наконец с ним встретитесь снова, когда он жалуется на то, что он не может связаться со своими родными, тут и произойдет переломный момент. Ах ты придурок, ах ты злой... Идиот, ты впрямь думал, что правительство не придумало для войны ничего, кроме Хроноса? Давно следовало это сделать. Мое терпение лопнуло! Thank you.
И таким образом мы узнаем, что оказывается правительство имеет и другие козыри в рукаве, кроме своего странного Хроноса. И вполне вероятно, что вот таких чудовищ, как сам психоаналитик, может быть еще немало. Короче говоря, ждем с вами DLC и вторую часть. Все, всем пока. Удачи!